посмотрите на город Клин. Сейчас смотрю на панель приборов и на Яндекс.Навигатор. Значит, Яндекс.Навигатор показывает, что я двигаюсь со скоростью 81 км в час, а на панели приборов 83. Яндекс.Навигатор показывает 80, панель прибора 82. Зеленый пункт, 60 км в час. Ну вот на горизонте появился город Клин. Здание. Thank you.
такая сестра или сестра. Ударение, с ударениями стараюсь быть максимально осторожным, потому что однажды в Бурятии разговаривал с аборигенами, и этот, вот, говорю, у вас замечательная река Селенга. Они так смотрят на меня удивленно. У нас нет такой реки. Ну как, Селенга, вот это не Селенга, это Селенга. Было стыдно. 1317 год. Клин. Хрен поймешь, где он начинается. Вторая стелла. Клин тоже начинает, наверное, жизнь с 9 часов, я имею в виду магазины, с 9 или с 10, поэтому купить ленточки вряд ли получится. Вот, слушая радар-детектор, мы все находимся под постоянным излучением. Под постоянным излучением. Он реагирует на все виды излучения. Называется Белтроникс. Давно им пользуюсь, давно. Наверное, лет 10, не меньше. Хорошая машина. Новостройки, красивые дома. Внешне вызывает приятный взгляд, ракурс. Приятно смотреть на такие ухоженные, аккуратные дома. Как жить в них, не знаю. Так, попали на светофор. Надо будет антенну подстроить немножко. Слишком слабо передает сигнал. Слишком слабая выходная мощность, правильно сказать.
сидит в «Жигулях», по телефону болтает. Я чуть не проскочил. Проскочил развязку эту. Так что, уважаемые товарищи, господа, друзья, постоянно находимся под излучением. Ростехнадзору, наверное, нужно обратить на это внимание. Кто-то едет, интересно, с администрации президента. Так, забыл города фотографировать. Стелла. Блин. Thank you.
терминал складской. С правой стороны. Только названий нет. Бристоль, маяк. Смотрели на клин. Покидаем город Клин. Наверное, скоростная магистраль. Да. Знак стоит. Но я уже сказал, почему я предпочитаю обычную дорогу. Называю Государева. Thank you.
когда деревья вдоль дороги, то и небо не кажется, что слишком много. Ну, настройка на видеорегистраторе обычная. Стандартная, так сказать. Техники дорожные будут ремонтировать, надо полагать. Thank you.
Я еще хотел бы вот что сказать про скоростные дороги. Двигаясь по ней со скоростью 110-130, привыкаешь к такой скорости, пока двигаешься к другому городу. Въезжая в город, где ограничение там 60-80, тебе кажется, что ты плетешься еле-еле. Начинаешь давить педаль газа. Понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому надо после магистрали перестраиваться внутренне. После междугороднего цикла трудно адаптироваться, привыкать к городскому. Ого. А, он остановился. Чувствует, что не успевает развернуться. Профессионал. Thank you.
105 42,99. 43 рубля. Домишки какие, заброшенные. Отжили свой век. Thank you.
дорога, как мы уже могли убедиться, вполне оживленная, в смысле интересная инфраструктура. Картинка за окном. Если, конечно, вы в отпуске, ну а если какая-то деловая поездка, то, естественно, нужно выбирать скоростную магистраль. Километров ограничение скорости. Сейчас я на видеорегистраторе и на навигаторе одинаковая скорость 84-85. Thank you.
Так, еще хотел бы про скоростные магистрали и про государевы дороги. В темное время суток скоростная магистраль полностью освещена, освещается. А вот федеральные трассы далеко не везде. Поэтому двигаться в темное время суток гораздо безопаснее и комфортнее по скоростным магистралям. Ну, может быть, и государевы дороги со временем полностью все осветят. Красота какая по краям. Что-то не поймешь, блин. То 50 ограничения, то 90. Через каждые 200 метров. Я имею в виду показания Яндекс.Навигатора. Красивые корабельные сосны. Amen.
ориентирует на любителя, конечно, по скоростным магистралям и по государственным дорогам. Я их называю еще государевы. Мне интересны все-таки вот государевы дороги. Достаточно свободное движение, нет сутолки, суеты, толкучки, и в то же время вот эти вот населенные пункты, через которые проходит дорога. Полотно вполне приличное. Дорога разгружена, часть потока забрали скоростные магистрали. Ограничение 70.